встаешь. Маленький не надо вставать. Вот. Встать хочу. Давай потом встанем. Давай, мне надо мелких накормить, и тебя в том числе. А потом встанем. Да? Нам же надо сделать сначала массаж, потом вставать. Да. Без меня не вставай, не надо. А то упадешь. То есть он маленький, с испугу падал. Да он не испугу, он просто пытался перепрыгнуть. Перепрыгнуть. Дай заборчик какой-то. Ну, ясно. Одна нога сломана. Нет, изначально у него, мне просто непонятно, почему все суставы еще. У него, то, что у него сейчас отеки ушли, это потому, что он лежал. Но изначально, когда он стоял... Американцы же писали, что он это ушиб, когда падал. Вот, дело в том, что... Суставы-то. Суставы у него изначально были очень все воспаленные. Сейчас нет, это просто он лежит, сейчас массаж сделаешь. Вот это вот. Это ничего, это нормально уже. Это уже норма. Но все равно они повреждены, что-то там еще есть, кроме всего этого. Но инфекции нет. Нет, инфекцию исключили. Ничего нет, все исключили. В общем, только из-за того, что падал. Как я понял, от американцев. Я думаю, что не только из-за того, что падал. Мне кажется, там еще что-то было. Чего? Там было? Что там еще могло? Ну, упал он одну ногу, сломал себе. Ну, у него все четыре ноги. Не, американцы что пишут? Что он американцы... падал и на все суставы. На задние. Это самое, говорят. Нет, задние у него как раз более-менее все. Или задние передние. У него нормально. Я уж не помню, передние ноги у него. А что там вот с левой, я пока не могу понять, что не так. Сломано правое. Сломано правое. Нет, как же он может встать, если она у него сломана? Нет, встать не может. Почему-то мы ее и не встаем, мой.